Семен. Многие ребята, кто были в прошлом году, мы прекрасно помним, что Парма сильный соперник, и в прошлом году они нас обыграли в Москве. И, наверное, за счет этого где-то тоже была какая-то внутренняя мотивация дополнительная. И начали очень хорошо, находили открытые броски и хорошо поддерживали эти открытые броски, брали подбор в атаке и, в принципе, в первой половине сделали хороший задел. И во второй половине тренер мог попробовать уже какие-то различные другие варианты. И понятно, что это наша вторая предсезонная игра, и мы еще далеки от нашей идеальной игры. И, в принципе, считаю, хорошо. Двигаем мяч, находим открытые броски, где-то иногда страдаем, наверное, от чересчур большого желания задействовать своего партнера, но я уверен, что у нас все впереди. Мне очень повезло, потому что я отпуск проводил у родителей на даче под Нижним Новгородом, и там есть прекрасная спортивная база, на которой я проводил, так сказать, приятное с полезным. Я отдыхал и параллельно тренировался, ходил в тренажерный зал, чтобы поддерживать себя в форме. Well, first of all, I would like to start this interview paying a respect to a great person and to a great Greek man, but well known worldwide as a great composer, as a man of who inspired a lot of people with his songs and with his composition. Mr. Mikis Theodorakis, unfortunately, he passed, and. My condolences to his house, but I think that such men like Mr. Theodorakis, they live long in our souls, with their songs. Regarding the game, thank you for Zenit once again that they call us over here to participate in this tournament. The good thing is that we're healthy and we're everybody over here, and we play serious most of the game. Especially on the defensive end, we had some targets. We worked during the game with different things. And we managed to keep Parma, which is a very solid offensive team, and you know, below their, let's say, standards. That's more or less of that. We have a new day tomorrow, and looking forward. Yeah.